Слава Богу. Когда в Библии сердцем читаю откровенья благие твои, я тебя, Дух Святой, призываю, объясни, Дух Святой, объясни. И становится истина светом, и пророчество Божье ясны. Только ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны. Как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой согрета, утеши. Когда люди, живущие в спешке, отвергают призывы твои и бросают в лицо мне насмешки, я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не сгибаясь от злобы людской. Я твоими хранима руками, о, защитник невидимый мой. Как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой согрета, утеши. Случается в жизни, встречаю тех, кто просит меня, говори. Слово Божие для них открываю, я прошу, Дух Святой, умудри. И польются живою рекою водопады Господней любви. Я ликую вместе с тобою, говори, Дух Святой, говори. Как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой согрета, утеши. Ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой согрета, утешитель ты мой, Слава Богу, братья и сестры, за такого Святого Духа Святого, который нас всегда утешает. Слава Ему!